А теперь второй вопрос. Второй вопрос по голоданию. Вот сейчас я вам его зачитаю. Я с этим человеком переписывался, с Александром. Значит, он что пишет? Проголодал 35 дней. Процессы голодания. Спал ночью мало. Дней 30 засыпал под утро в 4-6 часов. На 14 дней голодания вечером появилась тошнота и рвота. Выходила желчь с темными мелкими крупицами. На 15 день точно так же все повторилось вечером, только желчь уже была темно-зеленого цвета. На 16 день тоже, только желчь была желтая и крупинок было уже меньше. То есть налицо, что самая густая желчь начала через 15 дней превращаться в более текучую субстанцию и отходить. То есть началось оздоровление печени, и она вот так вот продолжалась. Изжога была дней 15, на 16 дней увеличилась, и резко, как бы она провалилась, и резко исчезла. Тошнота еще держалась дня 3, но рвоты не было. То есть, опять-таки, рвота и тошнота, это говорит о том, что идет очищение печени. У каждого оно по-своему забито. Каждый человек подошел, будем говорить, нажил те или иные болячки, нажил, складировал те или иные шлаки, которые потом, во время голодания, все это растворяется и выбрасывается. На данный момент у меня 19-й день выхода. На соках выходил 5 дней, сыроедение 5 дней. После сыроедения продолжил соки и добавил вареные овощи, каши. Питание трехразовое и между ними перекусы фруктами. После перехода на вареное запустилось пищеварение. Сходил по-большому. Последующие дни один раз сходил, 5 раз по-большому, а на следующий день 4 раза. Дня через 2 был запор. Сходил только вечером на следующий день. Вес набирается медленно. За это время набрал 800, то есть за практически 20 дней набрал 800 грамм. Входил в голодание с весом 65,5 килограмма, на выходе 50,6 килограмма, на данный момент 51,4. Хожу, прогуливаюсь на свежем воздухе ежедневно, усталости особо не ощущаю. При резком вставании со стула чувствуется слабость, приходится делать это не спеша. Силы появляются, но очень медленно. То есть при вставании, самое интересное, вы встаете, вот поле окружает. Когда только человек встает, поле на голодание легко отделяется. То есть тонкие тела легко отделяются. И вы, вставая, оставляете их здесь. Поэтому голова сразу кружится, вы падаете в обморок. Вставайте медленно, чтобы тонкие тела успевали за физическим телом. Итак, вопрос первый. Почему у меня бессонница? Это она меня преследует не первое голодание. Я ему ответил следующим образом. Бессонница. У меня бессонница наступала где-то там, допустим, после 2-3 недель, когда я там долго голодал. То есть, когда бессонница начинает наступать, это говорит о том, что уже пора выходить. То есть, идет перерасположение ветра. Голодание уже, как бы сказать, ну, не в ту сторону идет. И как правило, вот смотрите, низкий вес вообще-то 65,5 килограмма. Это говорит о том, что где-то перевозбужден жизненный принцип ветра. Да? Почему желчь начала выделяться и крупинки были? Потому что если жизненный принцип перевозбужден, то желчь становится вообще, печень остывает, желчь сгущается и появляется, естественно, она высыхает, появляются крупинки. То есть это прямое указание на то, что уже до этого был перевозбужден жизненный принцип. Да, дальше, вот это вот, когда бессонница преследует, это вообще говорит о том, что в сознании, глубоко в сознании имеются какие-то раздражающие факторы там, которые человека постоянно тревожат. Он вроде бы так уже, как бы сказать, перерос все это, но могут детские страхи это делать. И может какое-то недовольство ближними, недовольство жизнью, недовольство собой, еще что-то такое. То есть вот это вот недовольство, оно, как правило, вызывает
перевозбуждением сознания, и человек не может полноценно выспаться. И плюс вот это вот сосредоточение на себе ведет опять-таки к тому, что желчь начинает вот в середине тела, желчь начинает густеть именно из-за того, что ваше сознание сосредоточено на переживаниях. Переживаниях там за себя, переживаниях, которые были там в прошлом, раньше у вас. И вы с ним не могли справиться, и вы с ними, как бы сказать, живете. Вот от этого надо избавиться. Это как магнит на поле, которое собирает опилки. Понимаете, а опилки — это как раз вот это вот жидкостные среды, желчи, которые, будем говорить, начинают густеть. И в результате вот это вот все образуется. То есть, почему я сделал такое предположение, что перевозбужден жизненный принцип ветра? Сухость и холод в организме, которые погасили полноценное пищеварение, функцию печени и ведут к тому, что все там сжимается. Значит, надо избавиться от этого перевозбуждения, которое имеется в сознании, тех эмоций, которые были пережиты, которые крутятся у вас в голове. Крутятся, можно сказать, даже на подсознательном уровне, что у вас какой-то фон такой, понимаете, фон эмоциональный, он нездоровый. Вот это нездоровье, вот эта тревога, раздражение, недовольство влияет уже на здоровье. Второй вопрос. Почему появилась тошнота и рвота желчи? Тошнота и рвота желчи — это как раз вот голодание. В конце концов, аж на 15-й день, то что тошнота там появилась раньше, естественно, да. Рвота желчи, вот это вот, когда она выходила, это говорит о том, что голодание в конце концов создало соответствующие условия, которые способствовали разжижению желчи. Плюс за 15 дней, понимаете, то, что накопилось в клетках желчи, в желчных клетках, они-то, говорят, накапливают вещества, потом они обновляются, при обновлении они выбрасывают все это из себя. То есть произошло обновление структур печени, и то, что было в старых клетках печени, вот это вот все это выделилось, вывалилось, знаете, как из мусорных ящичков все это такое. Пошло, значит, по желчным протокам в 12-перстную кишку, и в виде, значит, рвоты вот это вот все это выделялось. Это хорошо. То есть вот видите, как голод помог в данном случае. Нормализовал. Не сразу все это делается, но это делается. Здесь, конечно, надо подождать, здесь надо верить, здесь надо понимать, что с вами происходит, что этот процесс должен произойти. А если бы человек вышел бы раньше, все это осталось внутри. И, понимаете, застряло бы, и неизвестно, как бы после этого все переживалось. Так, третий. Почему медленно растет вес? Медленно растет вес. 35 суток отголодали, 20 суток идет восстановление. Значит, надо здесь понимать и запомнить, что пищеварение ушло за 35 дней глубоко внутрь, то есть на клеточный уровень. И с клеточного уровня оно должно опять выйти на уровень желудочно-кишечного тракта. Это весьма таки длительный процесс. Он так просто не идет. То есть 20 дней мало при таком голодании. Он гораздо будет больше. И вот когда он выйдет на полную мощность, развернется, понимаете, во время голодания мы его сворачиваем, а на выходе мы должны его правильно развернуть с помощью правильного питания, с помощью правильных процедур. Я говорю, вот так как перевозбужден жизненный принцип ветра, и сейчас на голоде особенно это все это происходит, повторяется, надо принимать горячие ванны. Буквально утром, в обед и вечером. Ванны, ванны, ванны. Прогревать, и тогда тело начнет гораздо быстрее и вес набирать, и функции восстанавливаться, и пищеварение.
сырые фрукты тут не пойдут. Сейчас холодное время года, холодные фрукты, они, мы думаем, там ферменты и так далее, наоборот, они загасят пищеварение и возникнут сложности. Я говорю, каши, пускай это будет кисломолочное, и все это в теплом виде, тушеные овощи, все в теплом, потому что вес маленький. И плюс еще втирать в тело оливковое масло. Вот так, как только, значит, пищеварение развернется, а это процесс, понимаете, не быстрый, а вот как раз где-то после 35 суток она где-то начнет только вот входить в тело, 35-40 суток, вот тогда человек начнет, у него появляется аппетит, у него появляется такой здоровый голод, и он начинает быстро прибавлять вес и силы. А пока еще, знаете, человек-то, допустим, не полностью проголодал, то есть это не полное голодание, у него идут, как бы сказать, вот, процесс от голода к питанию, то есть еще развернулись процессы очищения, процессы, там, допустим, вот, то, что голод запустил, и сейчас организм их просто потихонечку сворачивает, поэтому нету особо, ну, как бы сказать, аппетита и может быть, нету особо вот такого чувства голода и усвоения полноценной пищи. Может происходить так, вы просто-напросто съели овощи, переживали, и они у вас вышли в виде пережеванной массы. Точно так же каша. Вроде бы съели, вроде бы что-то там получило, а оно выходит у вас непереваренным. И только переваривание полноценно начнется после того, как это все войдет в силу. А это, как правило, где-то вот за 35-е сутки. То есть сейчас еще идут процессы очищения. Они, знаете, сворачиваются. То, что мы развернули, вот глыбу как, мы двинули, она пошла по инерции. А теперь вот это на выходе, мы ее, знаете, тормозим. И назад, чтобы запустить пищеварение. Это надо понимать. И вес начнет расти. Четвертое. Сколько раз в день должно опорожняться кишечник? Кишечник, вначале, вот будем говорить, можете съесть просто-напросто прожеванное, часа через два, через три, может выйти из вас там. Особенно, да, я помню, сухофрукты только съел, такие хорошие, пожевал, все нормально. И только раз выходит через 2-3 там часа, стул с запахом повидла. Вот такая вещь. Значит, смотрите, при нормальной работе кишечника он примерно будет срабатывать после каждой большой еды. То есть 3 раза вы кушаете, 3 раза будет срабатывать. Если идет, смотрите, после 35-40 суток может идти настолько полноценное усвоение пищи, что стула и не будет. И это тоже нормально. Понимаете, просто-напросто. Из-за того, что организм сейчас все усваивает. Поэтому стула нету. Там день, там два, ничего там страшного. Потом он появится. Если вот больше 3 дней, это уже значит, вот, будем считать запор. А пока на выходе. Это вполне нормально. Просто идет сейчас организм хорошо усваивает. И далее, когда вы выйдете, ну, будем говорить, идеально. После каждой большой еды человек идет в туалет. Потому что он съел, выделяется желчь. Желчь пошла по кишечнику. Перистальтика. Стул сработал. Как у грудных детей. Но у взрослых раз в день это будет хорошо. Лично у меня раз, два раза там в день. Вот так вот бывает. Все. Вот что я вам хотел рассказать по голоданию. Тоже вы можете почитать в моих книгах. И главное здесь не спешить. Мы все как-то думаем, что, будем говорить, ну и что там, подышал, руками помахал там 5-10 минут. А такие сдвиги в организме. То есть мы даже не представляем, как это работает.
Ну и что, что там, допустим, ага, сейчас я вот выхожу после 35 дней, думаю, уже на второй-третий день я сейчас начну есть и так далее. Ничего подобного. Организм еще находится на стадии очищения, он разогнан на очищение, на ремонт самого себя, а вы это все сворачиваете, хотите все это, все эти механизмы быстренько свернуть и уже на обратное настроить. Нет, так не получается. Это все требует времени. И поэтому это надо знать и понимать, принимать, осознавать и помогать этому процессу. Ну вот все примерно, что я хотел вам сказать.